попасть на ту сторону. Может, я смогу использовать мостовой кран. Так, мостовой кран заработал. Thank you.
Продолжаем путь от вышки. Мины обезврежены. Фергюс пошел в разведку. Только что столкнулись с нацистами. Еле выжили. Уильям, не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности слегка возбуждаюсь. О, боже, на эту частоту все, что ли, настроились? Да. Да, Макс Хасс.
Тупик. Нужно проделать новый выход.
Судя по всему, там кто-то сражается. Священник
А, это. Нет, нет. Я нашел эти тряпки на улице. Я Хортон. Уильям Джей Бласковец. Бласковец. Жуткий Билли. А ты пламя, сынок. Ты разве не помер? Мне полегчало. Ну, жуткий Билли. Не хочу грубить, но зачем тебя сюда занесло? Помимо спасения наших шкур. Я из круга края зал. Мы начинаем революцию. Серьезно? Здесь последнее пристанище раковых клеток вольнодумства, распространившихся по всему югу и дальше. О, да, мы изгои и нищеброды, то есть все, кто не относится к проклятой американской буржуазии. Вот этот человек, наливающий себе выпить, это мой старый друг Пэрис Джек. Пэрис Джек, дебошир, ловкач, убежденный анархист, офигенно играет на кларнете. Верно, Пэрис? Я не трублю об этом, я просто трублю. На улице тихо, Хортон, никого. Стой-ка. Да, на улице тихо. А вот это профессор. У нее глаз алмаз, пятно на коровьем заду за 100 ярдов увидит. Гребаные нацистские твари, пусть только сунутся, мы им шепоты поотрываем, это точно. Дадим славный бой напоследок. Аллилуйя! У тебя полно славных ребят. Идите к нам, хорошие люди всегда нужны. И как ты хочешь устроить свою революцию, жуткий Билли? Жуткий Билли? Мать твою, это же он. Да, сука, тебя не убило? Похоже, наш друг взял да послал святого Петра нахер. Он из круга Крайзау, живая легенда. Я знаю, кто он. Ох, твою мать. У нас гости. Пэрис, у меня слегка дрожат руки. Успокоишь мне нервы? Сейчас мы это исправим. Мне мама говорила, не верь тому, кто не умеет пить виски. Так что садись, жуткий Билли, и пей до дна. Это что еще за херня? Бойло старинный Хортон. Твою мать. Слушай, жуткий Билли, я уважаю твой порыв, но ничего уже не попишь. Весь мир утонул в толчке, и нам лишь остается пить виски и смотреть, как его засасывает в воронку. Я ожидал, что ты окажешься таким. Мы хотели устроить революцию еще до того, как сюда явились нацисты. Мы первыми начали борьбу за права человека. Ты знаешь, что такое права человека, жуткий Билли? Не знаешь? Ты же просто солдафон, да? Слушай, я рисковал жизнью за свободу, справедливость и американский образ жизни, пока ты и твои богемные дружки раздавали большевистскую пропаганду и агитировали на каждом углу против призыва. Какая нахер польза от равенства, если у тебя кишка тонка встать на защиту страны, когда в дверь скребется голодный волк? Мы боролись с империалистической военной машиной Соединенных Штатов Америки и алчными буржуями с Уолл-стрит. Они спешили отправить детей пролетариев на смерть, чужие земли и нажиться на этом. Это не их сыновья проливали кровь в боях, нет! Они звали таких, как ты, выполнять грязную работу, а сами подсчитывали барыш. Ты пешка, марионетка, воротила золотых особняков. А я вовремя понял, к чему идет дело, и послал их к черту. Но вы все же здесь с оружием в руках. Убиваете нацистов, как и я. Разница лишь в том, что вы опоздали. Может, надень бы вовремя форму, мы бы выиграли войну. Не пролей эту дрянь на стол, Хортон, она его проест. Ты напьешься, жуткий Билли. Храбрый прихвостень властной элиты. Слушай-ка, у меня нет времени на эту херню. Пора решать, сдаться и сдохнуть или дать бой. Жуткий Билли, я не хочу с тобой спорить. Ты уже устал сражаться. Устал? Иди нахер! У меня скоро родятся дети. И я не хочу растить их в мире, где всем заправляют нацистские твари. Ну так что дальше? Спившиеся, трусливые и безголовые, большевики-вражденцы, в предатели пойдете. Боже, боже. Не видел, чтобы кто-то связно говорил после 2 стопок пойла старины Хортона. Ты молодец, Билли. Смышленый мужик. Ладно. Устроим революцию. Рубай! Фэрис целый месяц ковырялся с этой собачкой. Ты
твою мать, приручил ее? Залез под капот, подергал провода. Всего-то. Феррис парень умный, всегда сообразит, что к чему. Ну и какой план? Ты поедешь на ней, ковбой. Да, сэр. Ты выскочишь и отвлечешь нацистов, а мы тем временем отправимся в порт вместе со всеми, кто уцелел после чистки. Понял. Надеюсь, эта твоя лодка придет. Она придет. Оу, полегче, легче, слышь! Вот так. Учти, она у нас капризная. Кортон, бегом наверх. Нацисты слетелись, как мухи на говно. Проверка. Все в норме, жуткий Билли. Вперед!